Всем привет, мои дорогие друзья! Христос воскресе! Поздравляю всех вас с этим большим главным праздником, с Пасхой. Взяла сегодня камеру, сегодня у нас вторник, приехала нянечка, и я могу хоть немножко с вами так вот поболтать. Эти дни я понемногу снимала, поэтому сегодня будет, наверное, видео, начиная с пятницы, да. Пятница или четверга. Поэтому понемногу каждый день я снимала. Но и сегодня хочу убрать зимние куртки. У нас потеплело, на улице птички поют. Солнышко сегодня светило. Ну, сейчас вроде тучки выбежали. Но зимние куртки уже надо убирать. Вчера перестирала почти все. Поэтому сегодня пуховики сложу. Покажу, как я складываю. Потому что, кто не знает, часто пишут мне, как я это делаю, как раз я засниму, еще раз вам покажу. Очень удобно их сложить и компактно убрать уже в шкаф. У нас в целом все хорошо, правда, вчера я уже думала, что я уеду в роддом. У меня что-то стал прихватывать немного живот. Дети пришли. Это у нас так дверь скрипит. Причем только Сережа ее смазал недавно, и она опять скрипит. Видимо, дети прогулки пришли. В общем, я думала, что я уже скоро поеду в роддом. Думала, вчера. И даже сегодня утром. Но вроде все утихло, все хорошо. Завтра среда, и мы поедем завтра в роддом заключать контракт. Как раз уже, потому что идет 37-я неделька, и уже пора. А сумку в роддом я еще не собирала. Обычно я это как-то пораньше делала, но в этот раз что-то как-то все с задержкой с большой. Что еще рассказать? Я на своем телеграм-канале скидывала, ну, коротенькое видео, когда пекла куличи. И вы столько, кто на нас подписан, столько прислали фотографий и видео, и фотографий ваших куличей, яиц. Все так красиво украшают, прям такие все хозяюшки, умнички. Я на самом деле в этот раз очень просто украшала, но не я, а дети. Знаете так, просто посыпочки, маршмеллоу, ну дальше вы увидите. Но все такие молодцы, такую красоту скидывали. И я еще думаю, я обычно в течение Пасхи, Пасха длится 40 дней. И в течение 40 дней я еще пеку куличи, потому что мы ходили на службу, там почти все подарили. И я еще буду печь. И как раз взяла на заметочку, как еще можно украсть куличики. Тоже потом покажу вам. Что еще рассказать? Может быть, завтра или послезавтра мы еще поедем посмотрим дом. Вы иногда пишете, вот... Вы не показываете внутри дома. Не каждый хозяин согласится показывать свой дом. Поэтому, к сожалению, я бы засняла, но не все хотят. Если удастся, конечно, поснимаю. Так не обещаю. Так что съездим, посмотрим. Я уже спокойно отношусь к поискам. Раньше, знаете, приедешь, дом понравился. Думаешь, все, берем. А потом спускаешься на землю, понимаешь плюсы и минусы. И уже как-то здраво на все смотришь. Поспокойнее относишься. Понравилось, понравилось. Что-то не то, все, значит, будем искать следующий вариант. Я здесь полным ходом пеку куличи, точнее, пока только делаю тесто. Уже поставила, там уже, смотрите, как поднялось. Сейчас растапливаю подсолнечное масло с сахаром. Желтки с сахаром я уже сбила, белки убрала в холодильник. И помыла сейчас грецкие орешки, они сушатся. И надо будет их мелко порезать. Первая партия будет с орехами, с грецкими и с цукатами. А следующую партию я уже сделаю с изюмом. И может тоже с орешками, но посмотрим. Колечки сняла, а то тесто замешивала неудобно. Такие вот дела. Потом покажу, что у нас получится. Детки мне тут помогают резать орешки грецкие, умнички. Тесто я уже поставила на 2 часа. Осторожно, Ксюшечка, да? Что такие вот у меня помощники. Цукаты резать не буду. Они у нас как раз подходящего размера. Петя вон как ловко с Машей. А я? И Ксюша, ну конечно, ты вообще умничка. Ну еще можно поменьше. Ксюша только сейчас пришла недавно. Еще можно половиночку. Аккуратненько, да. Ну что, тесто уже постояло. Андрей, хватит тесто ковырять. Я уже тогда добавила цукаты, орешки. Поставила вариться яйца, сварила чечевичный суп, поставила уже масло, грею для второй партии. Сейчас уже. Ну как грею, мне нужно его растопить, микроволновки у нас нет. Здесь у меня небольшой беспорядочек, буду сейчас мыть, убирать. И буду уже тесто накладывать в формочки. Единственное, помните, покупала в Фикс-Прайс очень красивые формы. Я, наверное, поэкспериментирую, сейчас, наверное, в одну формочку добавлю тесто.
посмотрим. Потому что кто-то писал, что расклеивались формочки. Мне не хочется, чтобы все расклеилось и вытекло. Поэтому поэкспериментируем. Еще у меня есть вот такие большие формочки для куличей. Чуть поменьше. И есть совсем маленькие. Это я уже буду третью партию, когда буду делать. Там будут одни маленькие формочки с того года остались. А, я же еще в этом году заказывала. Это чтобы подарить как раз кулички. Достала из духовки сковородки. Они у нас хранятся в духовке. И каждый раз, когда я выпекаю, нужно оттуда все доставать. Все, сейчас положу тесто в формочки. Андрюш, хватит тесто подъедать. Все это соберу. Поставлю в духовку и буду накладывать детям супчик. Ну вот, я в итоге решила взять большие формочки. Они действительно большие. А получается, тут чавкают. Облизывать ложку. Четыре больших кулича. И вот решила уместить еще два маленьких у меня тут. Отлично. Сейчас уберу в духовку и буду выпекаться. Потом покажу результат. Я очень надеюсь, что ничего не разорвется. Все поднимется. Посмотрим. Так, ну что, наши куличики. У меня первый раз такое, что поднялся кулич и прям провалился вниз. Причем два кулича провалились, а вот эти два хорошеньких. Дети тут немножко уже отщипнули. Смотрите, формочка, кстати, выдержала. Поэтому я сейчас буду в этих формах, наверное, печь. Жалко, конечно, что с этими куличами так получилось. Но ничего, замаскируем. Но они тяжеленькие, такие увесистые куличи. Хорошо, хоть эти нормальные. Вот всегда, когда новая духовка, что-нибудь да происходит. Первый раз же в ней пекла вот эти куличики. Ну ладно. Главное, эти хорошие. А, смотрите, тут уже вторая партия. Смотрите, как поднялось хорошо тесто. Орешки добавим. Белок взбила. Сейчас буду добавлять как раз сюда орешки. Я сюда еще добавлю цукаты и еще добавлю изюма. Сейчас помыла. Пойду будить Андрюшу. Уже у нас закончился тихий час. И буду по формочкам уже раскладывать. Ну что, вторая партия готова. Ничего не лопнуло. Я специально уже клала поменьше. Кстати, смотрите, формочки. Две формочки расклеилось. И как хорошо, что тесто не вытекло все-таки. Смотрите. И у меня еще оставалось немного теста. У меня не поместилось все на противень. И вы представляете, смотрите, как оно еще поднялось. Еще поднялось. Я сейчас перемешаю, оно осядет. А еще на днях забрала с Валберес платье. Мне они очень понравились. Причем вы их видите немного в другом цвете. Они в жизни более такого вишневого цвета. Очень красивого, пасхального. Так что взяла девочкам. Маша, Кристине, Ксюша. А Таечка сказала, что у нее платье есть, ей не надо. Вот. Смотрели на Валберес, но ей ничего не понравилось. Она говорит, у меня есть, мам. Так что так. Ну, а мальчикам я взяла одинакового тоже цвета бабочки. Причем они такого же цвета, как платье. И будет хорошо, знаете, с белой рубашкой. Так что всех принарядим на пасхальную службу. Ну и вообще такие платья мне нравятся, что их можно носить. И в течение вообще года, не обязательно на Пасху. Да, Андрюшенька, я иду, мой хороший, иду. Мыла сейчас посуду. Думаю, посмотрю на куличи и смотрю. Кто-то оторвал эту верхушку. Вы представляете, какая здесь пустота? Причем нет, по бокам-то довольно толстые стеночки. Ну, до середины вообще пусто. Да, я думаю, с ним ничего делать не будем. Так просто сидим. Хорошо, хоть те два целенькие. Ну, этот немножко покосился, конечно, из-за того, что впритык стоял к этому куличу. Я решила сейчас поставить воду. Знаете, что у нас на ужин? Макароны с сыром. Ленивый ужин и быстрый. Я уже сегодня устала у плиты стоять с этими куличиками, поэтому будет попроще. Сегодня ужин. Ну, а там пока допекаются куличи. Смотрите, как поднялись. Я очень надеюсь, что они не осядут. Грязную духовку надо будет мыть, чтобы они, красавчики, надеюсь, не упадут. Посмотрим. Some stains on your...
Ну а здесь уже украшенные куличи, покрашены яйца. И показываю результат. Дети молодцы. Каждый украшал по несколько куличей. Я тоже даже один украсила. И смотрите, какие красивые. Что хочу сказать по поводу красок для яиц. Помните, недавно вам показывала, брала якобы натуральные краски. Все отлично, мне понравились цвета. Единственное, не было ни одного красного цвета. Получилось около 19 или 20 куличей, но вы видите сами, что у нас есть и большие, и маленькие, но на видео я уже не стала даже ставить те два кулича, которые не получились, они у нас были в сторонке. Почти все куличи мы подарили, оставили себе несколько больших, и я думаю, в ближайшее время опять буду печь. Уж очень куличи вкусные. Да, надо, конечно, немножко заморочиться, времени занимают, но оно того стоит, тем более готовим. Печем куличи мы не так часто, раз в году. И я рада, что все-таки не подвели меня эти формы, они такие красивые. Мы их как раз в этих формочках как раз подарили куличи. Прелесть невероятная. Конечно, немножко они расклеились уже под конец, но я рада, что ничего не вытекло. И, кстати, одна зрительница написала, что в эти формы нужно накладывать тесто на 1/3. Тогда ничего не вытечет, так что возьмите себе на заметку, я тоже положила чуть меньше половины, и все хорошо. Ну а здесь мы уже пришли со службы, мы ходили на ночную, раньше, когда мы жили в Москве, мы ходили на позднюю, но здесь, где мы живем, служба ночная, и дети с радостью на нее пошли, все хорошо. После службы подарили куличики, ну а детям подарили целую корзину разных шоколадок, шоколадных яиц. Перед службой мы уложили всех детей спать, но Сереженька у нас как-то беспокойно спал, все просыпался, причем не в слезах, а именно просыпался, садился, улыбался, и когда уже всех будили, быстренько встал. Но здесь показала корзину, которую мы принесли, там еще и пряники были. Сереженька здесь увидел муравья, у нас стали появляться мелкие муравьишки, их немного, но вот иногда появляются. И Сереженька любит за ними наблюдать, знаете, как Андрюша. Андрей тоже любит разных жучков, паучков, ничего не боится. Ну а здесь уже воскресенье вечер, вы уже знаете, как я люблю доступные вкусные рецепты, тем более если со мной рядом дети, но совсем не хочется долго стоять у плиты, поэтому и на праздничный стол я решила приготовить что-то простое, но и в то же время вкусное и быстрое. Недавно для себя я нашла полезный сайт food.ru, где можно найти множество пошаговых рецептов, популярных и уникальных блюд совершенно любой кухни мира. Мне приглянулся рецепт отбивных со сметаной, никогда именно так еще не готовила, и, конечно же, мне захотелось удивить своих родных. Нам понадобится свинина, шампиньоны, твердый сыр, но я возьму наш сыр, который мы обычно покупаем. Также понадобится репчатый лук, майонез и сметана. Ну и также помидоры я потом нарежу, когда уже все сготовлю, и посыплю свежей зеленью. Для удобства я скачала приложение, и, кстати, помимо рецептов, я нашла полезные лайфхаки, кулинарные новости и инструкции от лучших шеф-поваров. Также интересно почитать статьи, связанные с пищевыми привычками, правильным и детским питанием. В каждом рецепте подробно указаны ингредиенты, рассказан процесс приготовления любимой еды и очень удобно, что все рецепты сопровождаются пошаговыми фото. Кстати, мне понравилось, что есть калькулятор порций и для каждого рецепта рассчитан свой КБЖУ. После родов, мне кажется, будет это особенно актуально. А еще каждый пользователь может поделиться с другими своими любимыми рецептами. Мобильное приложение food.ru доступно для скачивания в Apple Store и Play Market. Ссылочки я обязательно оставлю в описании под видео, переходите. Действительно полезное и интересное приложение. Мясо получилось нежным, вкусным, а главное без заморочек и быстро все приготовилось. У нас небольшая противень, поэтому у меня не поместилась вся свинина, и я решила сделать свинину в кляре на сковородке. Причем сначала обваливаю в муке, в яйце, потом в панировочных сухарях и уже на раскаленную сковородку.
Причем раньше я путалась в последовательности, но вы мне подсказали, что легко запомнить от слова «мясо», в каком порядке нам обваливать, да, в муке, в сухарях. Значит, «мэ» — мука, потом яйцо, сухари — огонь. И вот в таком порядке получается идеальное мясо, сочное, вкусное. И, конечно, на праздник я решила приготовить салатик. Всегда либо оливье у нас, либо крабовый. Самые ходовые салаты. И решила сделать именно оливье, но с колбасой. С мясом как-то не особо дети едят. А с колбасой точно беспроигрышный вариант. Как же меня выручает мой комбайн. Мы его покупали в декабре. Я им так довольна. За 5 минут у меня целая миска оливье. Вы часто спрашиваете, откуда у меня техника, откуда у меня текстиль, посуда. И на своем телеграм-канале я решила сделать посты и прям даю ссылки на технику. В общем, все, что вы спрашиваете, очень удобно. И если вы не подписаны, подписывайтесь на телеграм-канал, заходите, там все ссылочки есть. А впереди еще будет текстиль и там по поводу декора, кажется, еще у меня будет ссылочки. Ну а сейчас у нас уже вторник, это сегодняшний день, я озвучиваю как раз. И у нас тут прошел тихий час, сейчас я причесываю Кристиночку. Сереженька тут, как всегда, хочет тоже мне помочь. Пока причесывала девочек и складывала пуховики, разрешила детям посмотреть мультики. Ну, а потом как раз будет полдник, и отправлю детей гулять. У нас, как я сказала, была нянечка в этот день. Уже несколько лет по такому принципу складываю пуховики. Мне нравится, удобно, все просто. Я выворачиваю пуховики наизнанку, ну, так как я их стирала тоже наизнанке, поэтому особо здесь не выворачивала. И, видите, складываю несколько раз и заворачиваю в такой конвертик. Надеюсь, на видео будет понятно, как я это складываю. Кто-то писал, что очень удобно верхнюю одежду убирать в вакуумные пакеты. Я покупала в Fix Price, и, скажу честно, мне не понравился результат, потому что все равно эти пакеты у меня сдувались, либо были некачественные пакеты, ну, как-то мне не очень это понравилось, поэтому я решила просто вот так складывать, и так как есть место в шкафу, вот так вот стопочкой аккуратно убираю. Здесь не вся наша верхняя одежда, часть у меня еще стиралась в этот день, и часть еще сушилась. Показываю поближе, как выглядит конвертик, мне кажется, очень аккуратно, и ничего не вываливается, а главное, красиво будет смотреться также в шкафу, аккуратно. Ну а здесь как раз полдник, нарезала детям куличи, и они попросили еще маршмеллоу. Также я налила, кто-то попросил сок, а кому-то налила молоко. Не знаю, почему у меня дети едят вилками куличи, я говорю, ешьте руками. Но почему-то именно малыши, Андрей с Кристиной, любят с вилкой. Куличи сытные, половину кто-то не доел, но ничего страшного, потом после прогулки все съели. Ну а здесь я осталась полностью дома одна. Давно такого не было, все пошли гулять, ну а старшие еще не приехали со школы. И я решила пропылесосить, немножко разобраться в зале. Аккуратно разложу подушки, хотя это бесполезно, потому что малыши постоянно скачут по дивану. И хочу сказать, что он, конечно, прошел хороший тест-драйв, потому что он пока еще держится, на мое удивление. Я, конечно, этому рада. Помните, я вам говорила, что хочу сделать отдельно зону игровую в зале, пока еще не сделала, но многие зрители советовали мне вот этот круглый стол поставить вот в этот угол, и как раз я поставила по вашему совету, мне кажется, идеально он сюда вписался. Единственное, пианино, наверное, вообще может быть убрать из зала, сейчас никто на нем не занимается,
и поближе на место пианино поставить уже два рабочих стола, которые тоже стоят по той стене, сейчас вы увидите. Там, где будет зона с игрушками, как раз будет лежать этот ковер, пока он лежит здесь посередине зала, ни туда, ни сюда. Но я надеюсь, что скоро руки дойдут, и мы сделаем такой детский уголок, потому что дети все равно со второго этажа приносят сюда игрушки, и что-то с этим надо делать. Вот здесь как раз видите пианино, и я думала на его место передвинуть вот эти два стола рабочих. Постоянно кто-то за этим столом либо вырезает, рисует, кто-то даже садится сюда уроки делать, поэтому они всегда в ходу. Ну а я здесь почти пропылесосила и также разберусь немного на столе. Обычно за собой дети стараются убирать, во всяком случае приучаем за собой убирать, но тут уже все ушли, думаю, раз уж я убираюсь, мне в принципе несложно аккуратно здесь все разложить. Смотрю на себя и такой я колобок, в этот раз у меня такой большой животик, но мне и по УЗИ сказали, что у меня малышка крупная. И, конечно, я думаю, да, как-то пересматривала свои видео в начале беременности, когда у меня токсикоз был, я там такая худенькая, и причем в тот момент мне казалось, я огромная. Но вот сейчас я вообще себя ощущаю таким шариком, но ничего, после родов похудеем, постройнеем, лишь бы все было хорошо. Но я уже здесь убралась, последние штрихи, и буду на сегодня уже с вами прощаться. Спасибо за внимание, за то, что досмотрели это видео до конца. И я очень надеюсь увидеться с вами в субботу. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. Еще раз поздравляю вас с Пасхой, Христос воскресе. И хочется пожелать, главное, мира над головой, любви и крепкого здоровья. Всем пока-пока. Keep on telling lies.